Здравствуйте, Батрас. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления о победе. Здравствуйте. Впечатление, конечно, хорошее. Когда выигрываешь, всегда приятные эмоции. Как вам поддержка зрителей? Ну, поддержка – это сумасшествие. Я еще не видел, чтобы так болели. Говорят, еще в Иране так болеют, но я еще там не был. Надеюсь, туда скоро попасть. Какое у вас настроение от победы? Кому посвятите эту победу? Посвящаю всем своим болельщикам, родным, отцу, маме, супруге, тренеру, всем, кто за меня болел, всем. Спортсмены суеверные. Есть ли у вас какие-то приметы перед выходом на ковер? Да, я люблю в одних и тех же носках бороться, вот, в одних и тех же майки, вот, пока они не порвались, в них выходить и бороться. Вот. Есть суеверие у меня. На ваш взгляд, судьи были объективны сегодня? Да. Даже когда в полуфинале боролся, я защищался, мне дали 2 пассива, и вообще против них ничего не имею. Все судили очень честно. С какими трудностями столкнулись во время соревнований? Какие-то, может быть, были у вас недоразумения? С трудностями столкнулся только с тяжелыми борцами, которые не были по ходу финала. Очень серьезные, мирового уровня были соперники. Каким соревнованиям будете далее готовиться? Сейчас в конце января будет Иван Ярыгин, и туда я буду готовиться. Олимпийский сезон. Что можете сказать об этом? Ну, если честно, полгода назад я об этом раздумывал, и вот это меня начало мотивировать, что нужно туда попасть. И мечта становится реальностью. Расскажите о ваших тренировках, о вашем тренере. Вот тренер рядом стоит, Аслан Габараев. Грузит очень сильно, не жалеет. Не дает вздохнуть. Как проходит у вас подготовка? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сказать вам все в 2 словах – это невозможно. Мы готовимся из года в год к одному старту, к другому. Мы в целом готовимся на цикл. Просто так получалось, что он из веса переходил в более большой вес и получал колоссальные физические нагрузки. Но когда он подошел ко мне и сказал, что хотел бы побороться в тяжелом весе, попробовать свои силы, я как бы уже до этого пробовали, и у него там были успехи. Я подумал и практически не раздумывая сказал, на самом деле, давай попробуем, потому что время уже подходило к циклу Олимпийский и Россия. И хотелось бы, чтобы он в этом весе как бы показал свои самые яркие.